Саша, сегодня учим новые слова из мини-лекса. Вы готовы? Поехали! Онива! Сначала новые слова. Повторяйте за мной. Une maison. Дом. Une maison. À la maison. Дома. À la maison. Une route. Дорога. Une route. Cher, cher. Дорогой, дорогая. Обратите внимание, как оно пишется. А теперь наш мини-диалог. Повторяйте за мной. Bonjour, madame. Здравствуйте, мадам. Est-ce que Hélène est à la maison? А Елена дома? Oui, entre. Да, заходи. Hélène, descends. Елена, спускайся. C'est Anne. Это Анна. Salut, Anne. Привет, Анна. Salut, Hélène. Привет, Елена. Oh, tu as une grande maison. Oh, у тебя большой дом. Класс. Elle est chère? Он дорогой? Oui, elle est assez chère. Да, он достаточно дорогой. On l'adore. Мы его обожаем. Écoute, est-ce que Masha est venue? Послушай, а Маша приехала? Non, elle est en route. Нет, она в дороге. А теперь повторим весь наш мини-диалог без перевода. Bonjour, madame. Est-ce que Hélène est à la maison? Oui, entre. Hélène, descends. C'est Anne. Salut, Anne. Salut, Hélène. Oh, tu as une grande maison. Elle est chère? Oui, elle est assez chère. On l'adore. Écoute, est-ce que Masha est venue? Non, elle est en route. Ну вот, ребята, вы выучили еще 4 слова. Кстати, мне помогал сегодня мой кролик Бисквит. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и поставить лайк нам с Бисквитом. Встретимся в следующем видео. Авито, до скорого!